наушницу взять. А эти тоже воскресаться будут или нет? Или что? Очки улучшения у них есть. Ну, это ж видишь, как бы опыт растет за каждый этот. Кстати, можно было пристегнуть. Зачем? Так. Чисто поржать. Может он? Левитировать. Ну, если ты ящик поставишь на него, может быть, и можно. Там что-то лежит. Там что-то, может быть, и есть. Ладно, давай. Сейчас. Ну, не надо трогать. А тут, видишь, под ним и попадал. А он застрял. Срань такая. Не, под ним он его не поднимает. Он не может его поднять. Ну ладно, хер с ним, короче. Встань. Вот тут, да. Ближе к краю, пожалуйста. К другому. Это будешь прыгать. Да! Да, там валяется. Да хрена больше. Это, давай, делай. Давай, как ты сделай, только туда не сможешь запрыгнуть, нет? Делать, может, веревку? А тут вот это кольцо. Зачем? Не пришло. Соединяется оно, нет? Конечно. Делай прыжок, а там будет видно. Сможет он туда достать понтик? А почему мы не можем ящик на эту сторону положить и прыгать оттуда? Ты без проблем. Давай сначала разобьем, наверное, этой. Да. И прыгать не надо. Прикольно. Мы полетаем. А, они все вывалились. А мы тут изобретали велосипед, понимаешь? А что это за мяч? Ладно, ты пока посмотри. Я сейчас приду. Да. А что ты думал, без тебя не справлюсь? Да, думал просто. And it's drizzling. I hope the wizards don't mind us returning a prince with the sniffles. It's just a few raindrops. We'll shrug them off. Да, курица довольна. Сиди. Давай, играй. Играться, Буська. Ты теперь с нами.
Давай играться. Как же тут приделаться? Эх, не знаю. Ты можешь приподнять вот эту дощечку? О, у нас дощечка есть. Ну давай. Отойди сюда. Чтоб я мог нормально все это дело организовать. Немножко не вышло сейчас. Да подожди, да не вылезти отсюда, Ван. Ну тебе жопа на телефон. Бусь, это не жопа, на телефон села, ты понимаешь? Я потом вот тут телефон к себе к лицу прикладываю. Ну видно, я окошечко на лицо не сидела. Что за черт есть? Ты вообще нихуя выкладывать не буду, бред какой-то. О, давай. Поднялся. Китайская постройка. А, все, иди сюда. Надо сначала эту штуку привязать, чтобы она не перекрывала люч. Первое. Второе, берем, двигаем этот кристалл. Вот так, все оставлю. Чтобы она все время двигалась. Все, а теперь прыгаем сюда. Дальше сейчас придумаем. Может быть, ящик поставить на модель. Ящик в студию. Тепленько, да? Потом кто-то гавчит ночью. Да. Потяните веревку, пожалуйста. Прыгай, прыгай. Так, это надо брать в эти. Ну, ну пошли там посмотрим, что там нет. Ну вот можно сделать. Теперь ящик не сделаем. Возьми. Там же кончился. Хуйню не понимает. А где эти двери? Кто? Все, я их уже не могу воскресить. Туда вниз. Ха-ха-ха!
девчонки. Чё это? На штыри одень мне, пожалуйста. Полетели! Что полетели? Надо было полететь. Ну к этой ты можешь привязаться? А потом перецепиться на то. Да ну видишь, оно какое-то калечное. Может проще выстроить тут эту свою хрень, чтобы вылезти. Блядь, нихера себе, то... Тем более есть этот. Есть щенок. Сойдите, конечно. Ну как я тебя перелечу туда? Ну прыгай, что ты, не допрыгнешь. А то сейчас решим, что делать. Ну так надо вот эти забрать. Эти кирпичи. Давай эту. Сейчас прицепимся зону сюда. Ну, и туда перепрыгнешь. Не, ну получится. Да получится, как? Оставь покой. Оставь. Вон еще что-то. Дай мне. Иди, сиди. С нами тут. Тепленькая. Ой, чего раньше не звали, дурачки. Третий час прошли. Мы по сами сидели. I was afraid you'd been eaten by wolves. What do you want? Нашли принца. We're taking you to the safety of the Astral Academy. What? I'm not going back there. You think we'd leave you alone in the middle of nowhere? Понятно, yeah? Надо. Look, I don't care if you're a prince or a Арестовни. You're coming with us. I'm not a child to be told what to do. Мне нравится ей что-то. Сюрприз, опять я пердил, как это пели. Not again. Буряка наелся. Зубы повырастали везде, короче. Пызды там. Глаза стреляем. Вот эти вот хуй не мешают. Бери этого пунктика. Возле пасти. Или прыжок, удар вниз. О, да. Давай, навожай. Давай. Опять прыжок. Ну прыжок, блин. Thank you.
Бля, в том, что все время смотришь на клавиатуру, поэтому... Да не смотрю, блядь, на клавиатуру! Ну, смотришь, куда нажать. Это вот самая проблема. Ты решил отдохнуть. I say we knock him unconscious and carry him back to the Astral Academy. Хорошо. Продолжай. Месить врагов. At least it stopped raining. And we're in a pretty garden. Oh, things are looking up. A maze. Now we'll never find him. Oh, you worry too much, Amadeus. Best foot forward, and we'll find this lad in no time. Хотя тут кристаллы, видишь, особо не нужны. Там был интерес их собирать, да. Пропуск. А тут просто линейно идет и все. Ну, простили его, конечно. Ну, вот третья часть была сложновато, конечно, для must be keeping this fountain chilly. Давай этим. Прыжок. Ай, блядь, блядь. Ну, вот чуть вперед. Thank you.
дядя какой-нибудь плана цивилизации. Что, тут есть секретная комната, прикольно. Не работает. More vanishing monsters. Maybe the prince is summoning them to distract us. The wizards did say he knows magic. I guess this quest isn't going to be as straightforward as I thought it would be. Все уже все умерли, а че это раньше не сделали? Мы как раз там закончили. Да мы ничего не закончили там. Лучше снег. Начинаются приколёхи, короче, всякие. Так. Да мне надо подпрыгнуть. Ящик поставлю. Как разрушить? А, понятно. Все надо быстро действовать. Ледяные стрелы есть у этой. Заморозить. Кьют. Давай. Замораживай. Надо это запомнить. Так читать же надо, что пишет игра. Замораживаем. Надо закрепить надо. Сначала прыгай. Ну надо же заморозить ее. Так я заморожу, прыгай. Вопрос. Нахуя ты ее заморозил? Ну, блядь, я просто уже молчу. Черт, не помню.
Ну что, я сейчас проще поставлю. Да, только на нее остановиться на платформу. Ну, бери платформу. Остановись на это. Тебя будешь сейчас поднимать. You've changed the color of your box, Amadeus. Does it mean it's now more powerful than ever? I thought it might be fun to coordinate with my fine new wardrobe. In fact, I thought you'd notice the new coat before the box. Well, I guess it's an improvement from running around in sandals without any trousers. There were trousers, just very short ones. I remember. It's what all the wizards wore back in the day. Что можно было выдвинуть. Зачем? А дальше? Ну, сплю, что ли? Давай этот. Лучницу. Хотя неправильно ты говоришь. Ящик сюда, лучницу, замораживаем эту хрень. Цепляем ящик туда. Эй. А потом веревку и туда залазим. Прыжок. Funny looking quill. Seems familiar. Вот такая комбинация. Это уже тьма вылезла. Ниже пошел. Сделай эту слушницу, заморозим еще и это. Давай. Ящик переставить на вес, было выше.
Дай мне бумагу, бумагу. Так вот, теперь сюда. Да, нет, теперь сюда нужно. Нужно нажать кнопку, заморозить дверь и туда перекрыть. Ты можешь на него залезть, наверное.